21 век, и мы теряем ребенка в большом городе. Поисками заняты сотни тюменцев. Телосложение было у всех худощавое, волосы прямые, ниже плеч. На вашей территории действует маньяк. Он вышел на охоту. Здесь даже смерть не является целью. Найдем, тогда решим, маньяк или нет. Они упустили время. Имейте в виду, нам придется искать в условиях неочевидности методом исключения преступника. А директор говорит, так это же наш Андрей Романович Чикатило. Это люди с определенной предрасположенностью. И потом происходит нечто. Маньяками рождаются или становятся? Привет, друзья! 25 августа стало известно, что в Тюмени задержан подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Девочка просто отошла от своего дома к соседнему зданию, чтобы подключиться к соседскому Wi-Fi, и домой не вернулась. Спустя полтора месяца ее нашли мертвой на берегу озера. За 20 лет в Тюмени при очень схожих обстоятельствах пропало 8 детей. Двоих нашли убитыми, остальные так и не найдены. Вполне вероятно, что все эти истории связаны между собой, что убийца Насти имеет отношение и к другим совершенным в городе преступлениям. На это, по сообщениям наших источников, указывают улики. Но почему все эти 20 лет предполагаемый преступник находился на свободе, и полиция не могла его найти? Может, не особо искала? Чтобы в этом разобраться, Саша Сулим полетела в Тюмень, поговорила с волонтерами, участвовавшими в поисках, и с бывшими сотрудниками органов еще до того, как подозреваемый, который, как выяснилось, был сотрудником местной полиции, был пойман. А кроме того, с помощью психиатров и криминалистов Саша попыталась ответить на ключевые вопросы, которые возникают раз за разом, когда происходят подобные вещи. Можно ли заранее распознать в человеке потенциального серийного убийцу? Действительно ли в голове и в истории жизни убийц от Чикатило до тюменского маньяка есть нечто схожее? Как вы сейчас увидите, есть и не только схожие, есть методы, позволяющие снизить потенциальную угрозу от таких людей. Почему же они не применяются массово? Знаете, куда я иду? Я иду за поке. Это такое гавайское блюдо с рыбой, рисом и овощами. В Москве не так много мест, где его готовят хорошо, еще меньше, где оно не стоит целого состояния. Тем не менее, определиться с выбором мне помог справочник города 2GIS. Кроме того, что в нем удобно искать нужные места и прокладывать до них маршрут, в 2GIS можно смотреть цены на товары и услуги. Например, чтобы не тратить время на изучение меню в самом кафе или чтобы выбрать из нескольких заведений наиболее бюджетное. В справочнике 2GIS есть информация о ценах в ресторанах и цветочных салонах, парикмахерских и магазинах, причем где-то сразу с фотографиями и возможностью предварительного заказа. Очень удобно. Попробуйте в приложении 2GIS. Если вдруг у вас его нет, скачайте по ссылке в описании. Настя пошла в соседний 40-й пансионат скачивать с помощью бесплатного Wi-Fi. Я думаю, что там просто один из жителей не запаролил его по какой-то причине. Игру на телефоне. Она ушла, ее долго не было, но отец не бил тревогу. Мы спросили, почему. Он сказал, я думал, что Настя в данный момент находится вместе с бабушкой. Заявление, насколько я помню, поздно вечером поступило. То есть активные поиски начались ночью, спустя несколько часов после пропажи Насти Муравьевой. Девочка потерялась 30 июня. Ее поисками заняты сотни тюменцев, среди которых правоохранительные органы, родственники и просто неравнодушные горожане. Настю у нас запечатлила одна видеокамера. Вот она находится вот на этом магазине в 7:30 утра. Вот она мимо него проходила и в него заходила, то есть на кассе запечатлила видео. Больше она нигде не попала. Никто ничего не видел, но это прям не укладывается в моей голове. Потому что 21 год, 21 век,
И мы теряем ребенка в большом городе. Абсолютно он бесследно исчезает. Расследовать исчезновение 9-летней Насти Муравьевой, обычно в таких случаях сразу возбуждают уголовное дело об убийстве малолетнего, в Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Корчевский. Раньше он занимался расследованием преступлений ангарского маньяка, за который тот получил 2 пожизненных срока. Вообще-то его признали виновным в убийстве более 80 женщин. В Тюмень Корчевского направил сам Александр Бастрыкин, это председатель Следственного комитета России. А это не может не наводить на мысль о том, что, по крайней мере, по одной из версий, в городе орудует маньяк. Когда вот первая девочка пропала? 97-й Симонова Люба, 98-й Касьянова Ирина. Через год, 99-й, пропадает еще одна девочка, Алена Имамова. Она возвращается после учебы одна на автобусе. Ее видят очевидцы на этой же остановке злополучной Учхоз. И после этого следы обрываются. Все было как обычно. То есть она собралась, поехала в школу. После обеда мы ее ждали. То есть мама, я и брат, мы ее ждали, но нету. Мы пошли до ее подруги, с которой она обычно ездила. Ее мама сказала, что они поругались, и поэтому они не стали брать Алену. Вот она уже несколько дней ездила самостоятельно на автобусе. Милиция приехала вечером, сказали, ну вот, Лариса Александровна, пока не пишите заявление. Возможно, там задержалась где-то. Возможно, там скоро придет, там, а вас потом на учет там, в ПДН поставят. Зачем вам это нужно? Утром повторно вызвала милицию. У нас дом, помню, обыскивали, все обыскивали там на территории, подполье, там чердаки, все. Ну, то есть бессмысленная работа правоохранительных органов, я считаю, была на тот момент. То есть они упустили время, время которого и так не было. После этого в Тюмени было небольшое затишье. И вот одна из громких пропаж, это 2008 год, исчезает Эдик Алимбаев. Был вечер, да, дома кушать готовили. Мама, я пошел в туалет, вышел в ограду. Минут 20 его не было, вышла искать, его уже нету. Побежала по соседям, по переулку, позвонила мужу. Все, начали искать. Сразу приехали с собаками, с кинологи. И собаки до дороги довели, до большевиков переулка, пешеходному мосту, и все, след потерялся. Якобы его видели около школы, неподалеку от его дома, на детской площадке, что он там играл. Объявления клеили, и в Новосибирск ездили, нам гадали, и что якобы он и в Волгограде, и везде. Ездили, искали, ничего не нашли. А вот вас с супругом как-то допрашивали, опрашивали? Нас допрашивали везде. И на полиграфе нас допрашивали, родители в первую очередь, как всегда. 2009 год. Настя Ложкина не возвращается домой из магазина. Я пошла в магазин узнавать, что была, нет. Она была, сказали. Но она пошла, когда из магазина вышла, она пошла прямо к машине. 12 часов дня. Магазин находится на центральной площади в Луговом. Напротив магазина находится остановка автобуса, где всегда достаточно много людей. И для меня достаточно странно, что так мало свидетелей. 2010 год, октябрь, пропадает Аня Анисимова. Благополучная семья. Папа, мама работают. Девочка учится со второй смены, идет в школу, как обычно, и исчезает. Словно растворяется где-то на перекрестке. Наташа позвонила вечером. Сказал, тебе Аня приходила? Я говорю, нет, не было. И ребятишки-то вот как раз на коридоре говорят, тетя Оля, Аня пропала. Ну, как Аня пропала? Ну, типа, вот она ушла в школу, и больше никто ее не видел, и не могут до нее дозвониться. В этот день она была дежурной по столовой. Папе сказала, что папа, я побежала, Наталья ей позвонила, спросила, Аня, у тебя есть денежка, все. Ну, стандартные вот эти домашние моменты. И все, и Аня пошла. И это не то, что закоулки, обычные улицы. Нет, это не то, что закоулки. Мы же говорим о том, что это вторая смена. Детей забирают, забирают как раз в 11-12 первоклашек. Почему не было никого, вообще пустота? Абсолютно нету никаких свидетелей, кроме мальчика, одноклассника. Проезжая в школу с отцом, видел на перекрестке, как Аня стоит с мужчиной, с
зеленая семерка или пятерка. Фоторобот, он в сети есть как бы. Отрисовали все это, как бы сделали, и все. Ее классный руководитель не сообщила маме о том, что Аня не пришла на уроки. Естественно, мама и папа Ани узнали о том, что она пропала только вечером. Это в районе 18-19 часов. У нас в Тюмени был довольно популярный портал «Детки». И первое обращение было написано туда, а потом уже пошел это «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук». Поиски начались активно. Привозили с кургана специальную собаку. С ней, без нее. Любые входящие, какие приходили, даже от экстрасенсов, от ясновидящих. Мне часто сотрудники действующие говорили: тебе не надоело ерундой заниматься? Я им всегда отвечал просто: вот у вас когда не ерунда появится, я не буду ничем заниматься. Пока ничего нет, вот занимаемся всем. На каком-то определенном этапе, когда мы в поисках пришли к определенной стенке, мы позвали Дмитрия Кирюхина. В Петербурге, вот на мой век, да, пришлось там 7 серийных насильников, маньяков, убийц, педофилов, да, мы на них собаку съели. Я ушел на пенсию из уголовного розыска, стал в качестве консультанта в криминалистике Следственного комитета. В качестве консультанта я приехал туда. Волонтеры с ног сбиваются, все канализации, все подвалы, все чердаки осматривают, девочки как не было и нет. В итоге общественность выходит на меня и мне говорит: а вы знаете, а у нас до этого год назад еще одна девочка пропала при аналогичных обстоятельствах. Подключилась милиция, Следственный комитет, я с ними по телефону начал общаться. И то, как они рассказывали про это дело, я все больше и больше понимал, что это уже не одноразовое преступление. Но это Дмитрий впервые сказал, что у вас маньяк вообще-то уже вот с конца 90-х. Ну, открыто, конечно, сказал Дмитрий. Все, кто об этом думали, они, видимо, боялись об этом говорить открыто. Тем более серию. Вы сами прекрасно понимаете, кому она нужна, не дай бог. Ни одному сотруднику и руководителю это не надо. Предположу, может, поэтому еще Дмитрий тут не может, не всем понравился, когда приехал и начал свою активную деятельность вести. А по каким признакам вы сразу поняли, не зная о других исчезновениях девочек, что это серия? Любое преступление в отношении несовершеннолетнего, а тем более малолетнего ребенка, тем более девочки, это если в течение там ближайших часов не поступило сообщение о выкупе, значит, это уже идет преступление сексуальной направленности. Если ребенок стал жертвой ДТП, много очевидцев, много свидетелей. И от трупа можно избавиться, но на асфальте останутся следы крови. Значит, уже эта версия исключается. Дальше. Версия родственников отрабатывается в первую очередь. Папа, мама вместе или в разводе. Если в разводе, но, как правило, всегда предшествуют какие-то скандалы, угрозы. Просто так дети не похищаются родителями. Значит, эта версия отметается. Все, мы начинаем загибать пальцы. Что может быть? Потом, возраст, который очень характерен для всех маньяков. То есть это 10-12 лет. Это просто самый любимый возраст всех маньяков. Я имею в виду педофилов. Значит, два мы загнули палец. Дальше. В течение нескольких часов, даже суток, не было обнаружено тело. Три. Вот по этим параметрам я говорю: ребята, вы получили, либо на вашей территории действует маньяк. Угу. Нет, мы думаем, ушла, мы думаем, потерялась, мы думаем, заблудилась и так далее и тому подобное. Ради бога, ищите. Не было ли здесь такого, что местные сотрудники полиции и Следственного комитета какое-то время прикрывали эту серию и не хотели ее называть таковой, чтобы потом им не прилетело из Москвы за то, что они какое-то время скрывали, собственно, что здесь была серия? Если это признать, то есть это нужно раскрыть. Вот. А раскрыть мы не можем. Поэтому проще не признать. Был перерыв да. У маньяка. Потому что он увидел себя в газете. И я им всем говорил: спасибо вам за мой приезд, за то, что вы пригласили меня. Потому что мой приезд подарил Тюмени 10 лет спокойной жизни. В деле об исчезновении детей в Тюмени 8 эпизодов. Их объединили в одно производство в 2011 году. Спустя год после того, как пропала Аня Анисимова. И через 14 лет после исчезновения 16-летней Любы Симоновой. Это первая известная на сегодняшний день жертва предполагаемого маньяка. Она возвращалась от подружек домой.
За 24 года ни следователи, ни оперативники не обнаружили, по сути, никаких улик или следов. Правда, двух подростков все-таки нашли. Девочек обнаружили задушенными, но без следов сексуального насилия. Главный вопрос, который интересует всех сегодня, это станет ли исчезновение Насти Муравьевой 9-м эпизодом этой серии. А может такое быть, что все эти дети, ну, пропали по некой случайности? Это просто совпадение. Нет, таких совпадений не бывает. В них очень много общего. То есть характер совершения, нету свидетелей, очевидцев, телефоны не бьются, биллинги не помогают. В преступлении используется автомобиль. Телосложение было у всех худощавое. Волосы почти у всех были прямые, ниже плеч. Русые, светловолосые. У нескольких девочек было косоглазие. Косоглазие присутствует и у Насти Муравьевой. Ну, наверное, человек 20, которые мне звонили в первые дни и писали, они мне звонили только с одним и тем же. Ты заметил, что Настя очень похожа на Аню? Я говорю, ну, прекратите уже. Ну, естественно, я заметил. Ребенок с косоглазием, он уже по факту немножко себя ощущает дефектным. То есть он более слабый, более беззащитный. В очках кто ходят? Ботаны. То есть с ними можно завести беседу, да? Их можно чем-то увлечь. Район неблагополучный. Все прекрасно про это знают. Девочка, на тебе шоколадку, сходи в магазин, купи мне вторую шоколадку. Девочка сходила, пришла. Если говорить о семьях всех пропавших девочек, есть ли какой-то элемент, который их объединяет? Абсолютно разные семьи. Единственное, объединяет эти семьи то, что они все такие же, как мы. Не бедные, не богатые, обычные работяжки и все. Он больше 3 дней не работал. 3 дня и запой. 3 дня и запой. Здравствуйте. А пил часто. То он неделями пьет. Ну, отец ранее судимый, получается. Он судимый за убийство. Освободился он условно-досрочно. Я с ним разговаривал на 2-й день пропажи. Нормальные, наверное, родители себя так не ведут. Ну, да. Пойдемте посмотрим. Вот. Да. В этом доме. Чувствуете, краска свежая? Да. Вот. То есть здесь не было такого, потому что сюда приезжают там, ну, репортеры, да, постоянно. Ну, я, видимо, как бы только на этом этаже сделали ремонт. Я не знаю, кстати, мы можем подняться. Так вот же, даже есть, ну, смотрите, да, вот. Граница ремонта. Ну, то есть вот ремонт на этом остановился. Здравствуйте, Сергей. Как здравствуйте. А мы снимаем фильм про пропавших детей, а, и вот про Настю я хотели узнать. Я не нос, ничего не подам. Что вы сделаете? Отказ от поезд сдавать. А, понятно. Извините. Ну вот мы когда зашли на 2-й день, там стояла 2-уровневая кровать. Ну там очень грязно было, как бы, то есть внизу спал непонятный ребенок. То есть это была то ли подружка, то ли еще кто-то. Потом мы прошли на лоджию, там спал брат Насти и средняя сестра, которая. Там кухни нету, ничего нету, вещи не стираны. Ну, она энергетичная такая, вся подвижная, знаете, это. Живчик такой. Позитивная. Ну, учится нормально. Нормально? Я для себя считаю, что она нормально учится. Ну, чтобы там люди другие не говорили, там, вот, ну, что они пьяницы, дети им не нужны, там что. Нет, это тоже люди, хоть они и выпивают, и за детьми не смотрят, но у них все равно в таких семьях присутствует любовь. Бабушка как пила, наверное, с момента до пропажи, так она и продолжала пить. Она к тому же штабу подходила, поплачет с пакетом пива там и пошла дальше, наверное, употреблять. Вы с матерью-то связывались? Нет, она не звонит никогда. Мама Насти Муравьевой и маленького Вити, она бросила их, по словам Сергея, в 16-м году. Бросила, сдала в детдом. Вот. Поэтому бабушка забрала потом из детдома Настю и Виктора. И воспитание, и забота легли на плечи отца. Мама однажды
когда мы находились на месте поисков, она приходила с какой-то женщиной. Видимо, все-таки материнское сердце затронуло, и она пришла на место поисков к развернутому штабу. Но с журналистами, конечно, она отказалась общаться. Сейчас по этому делу обвиняют за халатность сотрудников ПДН и органов опеки. Вот, то есть в каждом деле должен быть кто-то виноватым, должен кто-то отвечать. Ну, я думаю, это не есть правильно. А они в чем виноваты? Что как бы не отслеживали, в каких условиях девочка живет? Так тут весь двор так живет? Здесь у нас полстраны так живет, если вот начнем уж с этого. То есть не только здесь, на этом районе. Я могу здесь только рядом еще с десяток домов показать и несколько квартир еще по моей памяти, где в таких же условиях живут. Но кто-то должен быть виноватым. Вот, то есть виноватого назначат. В соседнем доме там сколько? Порядка 49 осужденных, да, из них там сколько-то там, или может даже сам 40, да, людей, которые за изнасилование сидели. Кто это люди? Вот мне бы хотелось знать в лицо этих людей. Начинаешь собирать информацию о жертве. Говорят, девочки никогда в жизни никому в машину к чужому не сядут, ту-ту-ту-ту-ту. Уходишь к детям, начинаешь общаться с детьми отдельно от родителей. Спрашиваешь, вы машины останавливали? Как вы вообще со школы добираетесь? Да, если мы на автобус опаздывали, рукой махнешь, а там папа у меня на лесобазе работал, все водители друг друга знают. Ну, садись, я тебя до поворота подброшу. Все, спокойно садились. Если к незнакомому водителю по двое, по трое садились, садились. Они честно признавались, что садились. Не была сделана работа родителями со своими детьми. С кем разговаривать? Можно ли общаться с незнакомцами? Можно ли садиться в какие-то машины подозрительные? Следует избегать безлюдных мест и тому подобное. Со второго дня пропажи Насти у меня вот просто эта мысль, как муха в голове сидит, что он вернулся. Тут хочешь не хочешь, начинаешь думать о том, что это тот же самый товарищ, который в свое время, может быть, уводил этих всех девочек. Вопрос, почему именно сейчас, я все-таки на коронавирус киваю, что коронавирус загнал всех по домам, закрылись предприятия, ушли все на удаленку, у нас локдауны, так называемые, все регионы позакрывались друг от друга, и он перестал ездить. А поскольку маньяк не может не убивать, это в его природе, это в его сущности, он вышел на охоту. Мужчина примерно в возрасте 40-45 лет. На данный момент не женат, но может состоять в гражданском браке, где присутствует девочка возраста потерпевших. Его работа разъездная, позволяет свободно перемещаться как в пределах Тюмени-Тюменской области, так и за ее пределами. И при этом именно по работе не вызывает ни у кого никаких вопросов. Это не яркая индивидуальность. Это человек, который вот мимо пройдет, даже голову на него не повернешь. То есть меня больше всего, что заинтересовало в этом портрете, его увлечение. Увлечение у него рыбалка. Человек немного находится в себе, да? То есть все вот эти похищения ему необходимо обдумать. Соответственно, вот откуда взялась эта рыбалка. Рыбалка и охота – идеальные отговорки, чтобы уйти в то место, где, предположительно, он мог содержать девочек. Сказал жене, я на рыбалку, сам туда. Идеально просто. Самый главный вопрос, самый главный мотив. Для чего они ему нужны? Для чего он их держит? Что он от них хочет? А именно держит, это говорит как раз труп Букриной. Потому что там четко было видно, и по отсутствию любой еды даже в кишечнике, то есть кишечник был полностью пуст. Это говорит о том, что девочка несколько дней голодала. Плюс она без верхней одежды была. На этой одежде была плесень, характерная для подвалов. Потрясающая изобретательность, невиданная изобретательность.
Автобус долго задерживался. Долго стояли, ждали. Она должна была ехать в шахты. Пришел этот хмырь в очках, старичок с сумкой, со своим портфелем, горбленный. Потесался здесь вокруг. Я пойду, наверное, перейду вот здесь через лесок. Там идет проходящая трасса параллельная. И наперекосок, наискосок пошел через рощу. И она сама пошла. Как углубились, этот зверь разворачивается, хватает ее и начинает валить. Небольшой дом, или скорее мазанку, в городе Шахты Андрей Чикатило купил в 1978 году, втайне от жены и детей. В декабре того же года здесь неподалеку он познакомился с 9-летней Леной Закотновой и уговорил девочку заглянуть к нему в гости. Дом, в котором преступник зверски убил и надругался над своей первой жертвой, давно снесли. Район Межевого переулка превратился в городские трущобы. С тех времен осталась только река Грушевка, в которую Чикатило сбросил тело девочки. И воспоминания о чудовищной ошибке следствия и суда. За убийство Лены расстреляли невиновного человека. Поставили фоторобот. С этим фотороботом сотрудники милиции ходили по всем предприятиям, школам. И вот в шахтах есть, по-моему, 36-й, по-моему, училище было, ГПТУ. Приходит туда, а директор говорит, так это же наш Андрей Романович Чикатило. Фоторобот один в один был. А Чикатило на тот момент, по подозрению, на 3 дня его задерживали. Он был там, его допрашивали. Он говорит, а я не участвовал, ничего, я был дома. Жену допросили, жена создала ему алиби. И все, он отмазался. А Кравченко жил как раз над этой речкой Грушевкой. Только потому, что он ранее судим, взяли этого Кравченко и этого по боку пустили. А милиция взяла по аналогии. Ах, он тогда убил девочку, значит, это он. И сфабриковали дело, и осудили. Читаю его последнюю жалобу в Президиум Верховного Совета СССР о помиловании, где он пишет, наступит день, когда всем вам будет жаль и всем вам будет стыдно, что вы меня губите невиновного. Меня мучили, меня надо мной издевались, я не совершал этого убийства. Вы знаете, я читал эту жалобу. Это, оказывается, было уже поздно ночью. Я не курил 10 месяцев. Вот я практически не помню, как я пошел к дежурному, взял у него сигарету. Я пришел в себя, когда пальцы себе обжег. Это роща называется роща авиаторов. Здесь в 1984 году Чикатило обманным путем привел сюда, в эту лесопосадку, школьницу. Так, погроб. Убил я это здесь. Это. Так, да. Чем? Чем? А, чем? Ножом. И самое интересное, вот он говорит, слышу, мальчики кричат, футбол гоняют. И у меня, говорит, сложилось такое впечатление, что надо мной какой-то колпак, меня не видят, а я их вижу. Я продолжаю убивать. Над ним какая-то сверхъестественная сила, что ли, плутали. Потому что одно из убийств, где я сам выезжал, вот там старухи ходят с колясками, вот здесь люди, скамейки, все. В Ростовской области нет густых лесов. Чтобы защитить поля от ветра, вдоль дорог сажают деревья и кустарники. Это и называется лесополосой. Именно здесь в 80-е годы и находили изувеченные тела женщин, детей и подростков. Лесополосой приняли решение назвать и крупнейшую в Союзе спецоперацию по поимке серийного маньяка. Она стартовала в 1985 году, когда за дело взялись следователи из Москвы. Прежде чем выйти на след Чикатило, они раскрыли более 1000 преступлений, в том числе изнасилования и убийства. Когда проводил первое совещание в Ростове по Чикатило, я сказал всем, имейте в виду, нам придется искать в условиях неочевидности методом исключения преступника. Если он через нас пройдет, не до конца проверенный, мы будем очень долго искать, и будет очень много жертв. Чикатило, я правильно понимаю, что довольно часто вот на этом вокзале, да, конечно, бывал? Потому он ездил как раз в шахты. Он же как экспедитор.
как экспедитор, разъездной был характер у него. Он постоянно вот приезжал через вокзал и садился, ездил куда надо. В качестве приманки была одна из сотрудниц. И она здесь, видимо, Чикатило ее взял, привел ее сюда. Между ног он ее там закрыл пальтом. Чем она там занималась, непонятно. Вот. Ну, понятно, развратные какие-то действия он с ней совершал. Так. Потом Чикатило, видимо, это долго там они были. Он, видимо, обратил внимание за слежкой, что кто-то следит. Садится на трамвай, едет до рынка центрального. Там его наши сотрудники задерживают. Доставили его в райотдел, у него был портфель. В портфеле оказалась проволока, веревки, вазелин, нож с бурыми пятнами, похожий на кровь. Все, в общем, все причиндалы. И что он, как он объяснил наличие такого нож, набора? Нож, я езжу в командировке, режу колбасу и прочие веревки для того, чтобы там... Я же снабженец, чтобы груз там связать там или еще что-то. Вазелин для того, чтобы смазать после бритья. А вазелин он использовал, понятно, для чего. Но извращенец, ему надо было вазелин. Ему поверили ваши коллеги? Ему не поверили. Дело в том, что тогда у нас была группа крови. Мы искали с четвертой, а у него оказалась вторая группа. Так. Несовпадение, он ушел. И такой удивительный факт обнародован был, что у Чикатило группа спермы не совпадает с группой крови. Это фантастика, такого быть не может, таких людей нет. Когда это стало известно, вот нас на ничего отпустили один раз Чикатило, да, задержали. Проверили. Не бьется, да, извините, гражданин, до свидания. Начались инсинуации в адрес экспертов, эксперты ошиблись. Вот я не верю в это ни на секунду. Я знала лично эксперта, она была начальницей биологического отделения, которая делала эту экспертизу. Человек с огромнейшим опытом, специалист высочайшего класса. Ну, я не знаю, что должно было случиться, чтобы она вот так ошиблась. То есть, скорее всего, это тоже был подлог некий. Я допускаю, что были подменены образцы просто-напросто, чтобы вывести Чикатило из-под удара. Но доказательств никаких этому у меня нет. Эксперт ошибся, и в этом самая большая трагедия всего этого дела. А нет ли у вас таких предположений, что это не ошибка была, а некий подлог? Не думаю. Халатность, безответственность и только. 6 лет он еще после этого ходил. Он еще после этого продолжал. Но, правда, испугался, совершал в других регионах. Вплоть до Узбекистана добрался. А правда, что у него свояк работал в... милиции какой-то, у него был довольно высокий пост, и якобы он мог каким-то вот образом свояк, его... Я за свояка не знаю, отмазал. Но то, что он был дружинником, это да. Он владел информацией, он сам себя искал. Ходил на рейды ночные? Конечно. Он рассказывал же. Я спрашивал сотрудников, ну что, говорит, нашли? Я сам думаю, вот и дураки ищут, а я хожу рядом. Чикатило же был судим за хищение. И частая практика, когда ранее судимые берутся на учет оперативными службами, и очень часто таких людей вербуют как агентов. Если Чикатило был таким агентом, то если его задерживают, если есть какие-то подозрения, то первому, кому сообщают о задержании такого официального агента, это его куратору. А уж куратор соображает, насколько ценен для него этот агент, и надо ли как-то решать вопрос, чтобы к агенту претензии снялись, и он остался на свободе. Я подозреваю, что именно так и было. В середине 80-х психиатр Александр Бухановский, в то время он изучал транссексуализм, составил по просьбе одного из членов оперативной группы, занимавшейся делом убийцы из лесополосы, психологический портрет преступника. Нужно было очертить определенный круг, категорию людей, которые могли с точки зрения психиатра и психолога совершать эти ужасные преступления, убийства. И нужно было понять, зачем, почему. Это психически больные люди делали. То есть это все требовало объяснения. Можно ли сказать, что это первый такой профайлер в действии? То, что это первый профайлер в действии, это 100%. Но он составил психологический портрет или описал, да, состояние Чикатило на 60 страницах. Поймите, ни один опер не будет читать и даже половины из этого.
Почему там, какие у него отношения с мамой были, следствие это не особо интересует. Надо отдать должное Александру Олимпьевичу, что он пионер в этом деле. Криминологический портрет составляли московские эксперты, довольно солидные, из институтов сербского, из ряда других, из Московского областного бюро судебных экспертиз. Вот. И эти заключения имеются в деле. Да, пошли разговоры чуть ли не в средствах массовой информации, что Бухановский через свой психологический портрет его вычислил и по нему его задержали. Это примерно неправда? Так получается. Неправда, конечно. А зачем тогда это, такая информация? Я не знаю, может быть, журналисты это раздули. Не знаю, может, сам Бухановский. На всякий случай еще раз уточню. То есть на момент там, 85-го, 6-го, 7-го годов вы ни с каким психологическим портретом, составленным Бухановским, дела не имели? Вообще не знал я этого человека. Когда сейчас большинство уже нет в живых из той группы, Александра Олимпича, можно все говорить. То здесь, вот, наверное, как раз Александр Олимпич весь проявляется. Такой лукавый взгляд, озорной, с одной стороны, и всегда такая улыбка у него. Да, хорошая фотография. Да, да. А почему, кстати, Феникс? Феникс, потому что возрождается из пепла, возрождение людей из психозов, из тяжелых депрессий после суицидов. Это возрождение к счастливой жизни. Здесь ему награды. Это ему дарили и за границей, и наши местные давали. Это как раз, видите, и Чикатило там же. О, Господи, портрет Чикатило, да. Да-да, за медалями и наградами в кабинете Александра Бухановского стоит портретик Чикатило. Мне казалось почему-то, что Александр Олимпич решил основать центр после этой истории с Чикатило. Как будто бы вот этот такой успех или позитивный опыт, новый опыт явно его вдохновил вот на то, чтобы заниматься пациентами с такими проблемами. Нет, нет. Александра Олимпича многие как бы ассоциируют с Чикатило. Я всегда говорю, что Александр Олимпич в первую очередь это врач-психиатр. Очень талантливый, грамотный, начитанный, думающий, но врач-психиатр. Он вообще любил психиатрию, он любил своих пациентов. И ему хотелось лечить так, как он считал нужным. Давайте объясним вообще, что значит маньяк. Маньяк – это кто? Маньяки – это лица, страдающие психическими расстройствами, в результате которых совершаются множественные, многоэпизодные, агрессивные, жестокие действия сексуального характера. Основой психической патологии – это садизм. Раньше это называлось более просто – извращение. Мне было 29 лет, это был февраль 2015 года. То есть я записалась на консультацию к Ольге Александровне Бухановской по скайпу. Что вас подтолкнуло обратиться к Ольге Александровне? Меня тянуло убивать людей. Постоянное фантазирование, чтобы вот как бы попрыгать на трупе, там что-нибудь, там убить кого-нибудь. Бралась уже точить ножи. В парк приходила, то есть в кустах пряталась там, значит, с наточенным ножом. Сама не знаю для чего. Тянет какие-то инстинкты, то есть как животное какое-то. Это так по-другому не назовешь. Вот это желание совершить какое-то насилие, оно его душит просто как ломка наркомана. Это очень уместно сравнить маньяка с наркоманом, испытывающим ломку. Его крутит и ломает, и все суставы выворачиваются. И он ни о чем больше думать не может. Так же, как и при алкоголизме, а я всю дозу увеличивал. То есть старые способы перестают удовлетворять, ему нужно усиление этой агрессии, усиление вот этих видов страданий жертвы. Голос у меня появился, который я давал приказы летом, как раз перед госпитализацией. А что он говорил? Как бы сказать, как куратор был. Я уже, если честно, это был какой-то 12-й год, уже, наверное, подзабыла, о чем он там говорил. Ничего хорошего.
ничего позитивного. Он мне не мог сказать. У меня в голове живет удав. Когда он сытый, он меня не беспокоит. Но когда удав голоден, он начинает разворачиваться в моей голове, причиняет мне невыносимые муки. И пока я не убью кого-то, он не успокоится. То есть я должен насытить вот этого удава. Это очень хороший образ. Да, вот именно так все и происходит. Вне этого эпизода он ощущает себя ничтожным, никчемным, каким-то забитым, задавленным. А здесь он ощущает эту власть. И вот эти какие-то доли секунд, минут от этого господства, власти, это тоже психотропный эффект, когда он чувствует себя комфортно. Вы это ощущали, что если вы это сделаете, то вам как будто бы станет легче? Ну, конечно. То есть, когда идет гомицидный поток гомицидных мыслей, возникает повышенная активность, то есть повышенный тонус всего организма. То есть это вот когда постоянно что-то надо делать, не сидится на месте. Кажется, что если ты вот кого-то убьешь, то ты наконец-то успокоишься. Но я думаю, что это не так. То есть кого-то убьешь, там месяц пройдет, и опять кого-то захочется. То есть я думаю так. Это патология влечений, характеризующаяся стремлением к убийству людей. Именно люди, страдающие гомицидоманией, чаще всего становятся теми, кого в простонародье называют маньяками, серийными убийцами и так далее. Нередко эти состояния сочетаются с сексуальной патологией, тоже относящейся к расторможиванию влечений, например, сексуальным садизмом. Маньяками рождаются или становятся? Люди, совершающие действия, которые квалифицируются как серийные убийства, это люди с определенной предрасположенностью к психическим заболеваниям. Но это предрасположение не фатально. В какой-то момент существует некая развилка. Он может пойти по одному пути, по другому. Почему выбирается именно этот путь? А выбирается он на самом деле единицами из тех, кто предрасположен к таким вещам. Чаще всего это случайность. Не рождаются и не становятся, так скажем. Они постепенно развиваются. Мы в своих работах выявили то, что есть определенная предрасположенность биологическая, есть некоторые особенности строения мозга. И на наш взгляд, это определенные внутриутробные изменения в мозгу, определенная дегенерация мозга. Которая происходит из-за чего? Может быть, вредности во время беременности. Определенные наследственные факторы играют роль. Доказательно базы статистически выверены, что именно эти факторы при беременности или черепно-мозговые травмы имеют существенную роль, их на сегодняшний день нет. И вообще в отношении генеза, то есть происхождения причин различного рода психических расстройств, я бы думал, что говорить пока опережающе, преждевременно, опасно. А потом начинаются процессы, связанные с воспитанием, внутрисемейные взаимоотношения. Как адаптируются в маленьком коллективе, в школе, в детском саду, как к нему относятся, как над ним издеваются, стал ли он жертвой, наш будущий маньяк. И потом происходит нечто. Какое-то событие, которое крайне запечатляется на всю оставшуюся жизнь. И это нечто, событие, которое вызывает определенные приятно, ужасно необычные чувства. Те, которые раньше никогда не испытывал. И вот это уже запускает тот процесс, когда его переживания, которых очень много у самых разных пациентов приобретает вот такую социально опасную форму. А вы отследили, после каких событий у вас развилось это расстройство? Я еще когда в садике училась, я маме говорила: мама, у меня дурные мысли. То есть, что это такое? То есть, я сейчас плохо помню, но это навязчивости были. В начальных классах я уже это практически не помню, этот инцидент. То есть, меня изнасиловал педофил. Подъезде. Может быть, эта ситуация на подсознательном уровне запустила какую-то врожденную генетическую там мысль, что ли, болезнь. А эти фантазии были направлены к людям определенного пола, определенного внешности? Либо мужчины,
либо больные на голову люди. То есть, которые видно, что вот у него заболевание психическое, то есть меня тянуло именно вот, как бы вот убить таких людей. Легендизация – это психологическая форма защиты. Но человеку же надо в какой-то момент, он же понимает, что убивать плохо, насиловать плохо, но все время тянет. И в какой-то момент, когда находится какое-то психологическое объяснение своих действий, это щелкает чисто психологически, подсознательно. И начинает этим объяснять, я же спасаю мир, а ради спасения мира можно убить. Это очищение. Это для того, чтобы не мучиться ночами от ужасов, которые совершал. Они, как правило, избегают слова «убил». Они говорят, я сделал это, устранил, убрал. Ну, в общем, какие-то такие эвфемизмы, которыми они даже для себя закрывают, да, то, что произошло. Они никогда не ответят «зачем?», потому что цели за пределами этого поведения у них нет. Целью является само по себе поведение, которым вызывается определенное состояние. То есть цель – это оказаться в моменте, когда ты убиваешь кого-то. Да, по сути, этот процесс умерщвления, по сути, он меняет психическое состояние желанным образом. И здесь даже смерть не является целью. Маркизом де Садом было подмечено, герой которого, один из героев которого мечтал об изобретении таких пыток, которые могли бы длиться вечность. Последнее убийство Чикатило совершил 6 ноября 1990 года. Лесополоса у железной дороги. Растерзанное тело 22-летней Светланы Коростик, с которой он познакомился в электричке. Вроде бы все как обычно, с одним лишь важным отличием. Странного гражданина в костюме с галстуком, вышедшего из леса, заметил и остановил сержант милиции, попросил у него документы. Рапорт, которым была зафиксирована фамилия Чикатило, придется очень кстати спустя несколько дней, когда здесь неподалеку обнаружат труп девушки. А в штабе у нас велась картотека всех лиц, которые попадали в поле зрения. Проверили, дали информацию, что Чикатило тут подозрительный такой. И когда мы уже поняли, что у него алиби на момент совершения убийств нет, потому что он в дни убийств был там, тогда решили его задержать. Андрея Чикатило задержали 20 ноября 1990 года, спустя 12 лет после того, как он совершил первое убийство. Наручники на убийцу из Лесополосы надели неподалеку от его дома в Новочеркасске. Говорят, что за несколько минут до этого он пытался познакомиться с маленьким мальчиком. В квартире на улице Гвардейской нашли 23 кухонных ножа, молоток и портфель, в котором были веревка, вазелин и нож. И все же этих улик было недостаточно, чтобы предъявить ему официальное обвинение. Чтобы расколоть преступника, то есть вынудить его сознаться, у следователей было всего 10 дней. Привезли его в Ростовское областное управление милиции. А там уже эксперты его осматривали. У него палец был прокушен. Это последняя жертва, ему прокусил, косточку сломал. Никакого доступа к нему ни одному живому человеку, кроме меня, не было. Это тоже были свои основания к этому. Почему я вследствие взятия КГБ его посадил? Почему? Дать понять, что это не шутки. Ну, я предлагаю, почему он это делал. Он думал, что он сейчас наскоку придавит. Я тут такой крутой, я могу получить признательные показания и быть героем. Он, видимо, преследовал такую цель. Но Чикатило не сдавался, не признавал и все. Почему ты это делал? Для чего? Ты нормальный вообще человек? Не может делать такого? А может быть, ты больной человек? Вот он проглотил это. Когда он сказал, меня бы вот подлечиться, я говорю, я могу тебе и психиатров пригласить. Можешь с ними посоветоваться. Зашел Бухановский, завел, ну вот, Андрей Романович, я тебе привел известнейшего психиатра
или сказал академика, или профессора, ну не меньше. Можешь все, что тебя интересует, его спрашивать. Он такими крупными мазками описал возможные проблемы психологические в жизни, которые отложились на личность преступника, и почему совершались те или иные действия. После этого папа сказал, он расплакался и сказал, откуда вы меня знали? Он начал рассказывать, папа взял историю болезни, которая тоже лежит у нас дома. А он несколько раз общался с Чикатило, или это была единственная их встреча? Кто? Единственная встреча, вот эти 15-20 минут, единственная. Вообще дело Чикатило, дело очень запутанное с точки зрения того, кто же все-таки оказался там героем, потому что делили очень славу. Бухановский рассказывал, что это он расколол Чикатило, следователь это опровергал. Конечно, роль Бухановского в деле определенная сыграна была, безусловно. Приписывать кому-то вот все лавры, вот это да, Бухановский Чикатило изобличил и раскрыл, наверное, тоже не очень правильно. Маньяки, они больные? Скажем так, среди маньяков есть больные. А есть нормальные? Есть очень нормальные. Есть люди, страдающие психическими расстройствами, которые в целом могут контролировать свои действия. Эти люди могут в какой-то момент обратиться за помощью и сказать, что у меня есть такие переживания, я хочу от них избавиться, я боюсь что-то совершить. Что, как вам кажется, вас уберегло, ну не только вас, от этой ситуации? Чтобы кого-то не убить? Да. Ну, я думаю, что это вовремя меня врачи поймали. Некоторые люди просто не успевают обратиться за помощью, и их влечение перестает сопровождаться внутренним сопротивлением, осознанием чуждости этого, ощущением какой-то борьбой мотивов. И в итоге повышается общественная опасность. И повышается вероятность того, что болезнь зайдет достаточно далеко, чтобы пациент уже потерял это осознание того, что ему нужна помощь. У меня самокритика, она все равно присутствовала, даже когда при сильном обострении. Потому что я осознавала, что я делала, я понимала последствия того, что будет. Поэтому, возможно, поэтому я ничего и не сделала, по сути, там преступления никакого. То есть. Среди лиц, находящихся на экспертизе, кто направлен на экспертизе, процент лиц с психическими расстройствами достаточно велик. 50-60% в зависимости от экспертной службы. Но процент невменяемых, он примерно одинаковый. И он там не превышает, предположим, 10%. Невменяемость – это неспособность осознавать фактический характер общественной опасности своих действий и руководить ими. Невменяемыми признаются обычно люди, страдающие так называемыми тяжелыми психическими расстройствами, например, в состоянии психоза, то есть с бредом и галлюцинацией. А сам акт совершения преступления по сути относится к категории несчастных случаев. Такие случаи действительно трагедия для всех. Человек в возникновении психического расстройства не виноват. На момент ареста Чикатило следователи знали о 35 совершенных им убийствах. В списке жертв был и 11-летний Ваня Фомин. С ним преступник изуверски расправился на одном из городских пляжей. Сам Чикатило сознался в еще 20 эпизодах. Некоторых его жертв не то что не искали, но даже не знали об их исчезновении. В основном это касалось бездомных женщин. В итоге ростовский суд признал его виновным в 52 убийствах, 8 из которых Верховный суд счел недоказанными, но наказание оставил без изменений. Андрей Чикатило был приговорен к высшей мере – расстрелу. Чикатило был нормальным человеком? Нет. Я считаю, что он абсолютно грамотный, абсолютно разумный человек, но совершенно мне непонятной жестокой мстительностью, прожженной насквозь. Если по-хорошему, это больной человек. Он шизофреник. Но дело в том, что эксперты дали заключение, что он вменяемый, и поэтому его расстреляли. Я принимал решение это. Вот. И ну, я вам в противовес могу сказать следующее. Ну, например, он подходит к киоску и обращал внимание на мальчика, который глазел на марки. И он предлагал тут же этому мальчику пойти к нему в гости для того, чтобы показать якобы существующую у него коллекцию. Когда это предложение звучало, он понимал,
о тех последствиях, которые эта встреча повлечет. В данном случае говорить о том, что имеющиеся у него какие-то психические аномалии лишали его способности осознавать общественную опасность, не приходится. Настолько было компульсивное, неудержимое желание выполнить те или иные действия, такие садистические, жестокие. Александр Ильич считал, что на высоте уже эпизода агрессии он был невменяем и остановить себя не мог. Он имитировал перед вами невменяемость? Нет, он перед нами не имитировал. Он имитировать стал уже впоследствии во время суда. Он перешел на украинскую мову. Он стал говорить, по-моему, о своем украинском национализме. Он внезапно, значит, сбрасывал с себя одежду и так далее. Вот и мы писали там дополнительное заключение, квалифицируя вот все эти его высказывания, демонстрацию нарушения поведения как симулятивное. Есть очень много мифов, связанных с ним. То есть то, что там у него был брат, которого съели, что действительно на него повлияло и что возвращалось к нему в памяти и, возможно, подталкивало совершать убийство. Фигурировал в его представлениях, фантазиях брат, которого съели в период голода. Когда ели, схватили люди, голодные, отчаявшись, его съели. И мать меня все время предупреждала не выходить со двора, то говорит, Степана, сели, тебя съедят. Его избирательное восприятие выхватывало из прочитанного, увиденного все то, что могло иметь отношение к смерти. Он рассказывал о том, что вот когда он совершал эти действия, он представлял себя в роли партизана, который берет врага в плен и совершает казнь. Он говорит, мне это ассоциировалось с совершением там полового акта, что я могу в свое всесилие над этой жертвой делать все, что я хочу. Все эти преступления он совершал из-за своей половой неполноценности. Это началось у него еще, когда он жил на Украине. Ну, говорит, он негодный, как мужчина, и все. Она сказала там другим девчатам, вот, как сказать, посоветоваться по-хорошему, а потом во всей деревне разнесли, что он негодный инвалид, и все это самое. Ну, с позора я из деревни убежал. После этого, говорит, я, говорит, написал себе, что не буду иметь отношения ни с кем, кроме своей будущей жены. Я говорю, Федор Семенович, скажите, я говорю, вот вы прожили столько лет с ним, как у вас в интимном плане нормально все было? Ну, вы, говорит, не поверите, вот за все это время, если 25 раз мы были вместе в интимной близости, скажите спасибо. Она не говорила, что он там половой гигант, ну, жили нормальной половой жизнью. Откуда дети рожались, если плохо? Ну, как плохо, 60 лет совсем всем плохо. А он раскаялся? Он жалел о том, что сделал? Я могу это судить, потому как гособвинитель, прокурор, дал ему книгу, которую написал один из журналистов. И его спросил, ну ты прочитал? Да, говорит, прочитал. Все, говорит, написано правильно. И говорит, ну напиши автограф. И он в этой книге ему написал автограф. Я молю Господа Бога, чтобы таких негодяев, как я, не было. Значит, раскаялся. Можно ли с помощью психотерапии и психиатрии остановить маньяка? Люди, осужденные за сексуальные преступления, должны обязательно проходить какую-то коррекцию личности. Вылечить зависимость нельзя, давайте мы сразу определимся. Можно сформировать ремиссию. То есть можно сформировать социально приемлемые формы поведения и подавить эту зависимость. Но полностью человек свободным от этого не станет. Можно ли излечиться от этих мыслей? Сам человек ничего не может. То есть совладать там, как-то себя мотивировать, там что-то там себе говорить, какие-то аффирмации, как это модно, там, что-то самовнушение. То есть это ничего не поможет. Только врач и только медикаментозное лечение. Все. Ваша схема лечения, ваши таблетки, препараты – это с вами на всю жизнь, насколько я понимаю. Это да. Я считаю, что со мной на всю жизнь. Насколько возможно обратиться сюда к потенциальному маньяку и остаться анонимным?
Ну, у нас есть такое правило, человек может анонимно обратиться с любой проблемой, не только с этой. Но если совершается явное преступление, конечно, есть необходимость, конечно, сообщения в правоохранительные органы. Если это только потенциальная угроза, то нет. Мы готовы сотрудничать, мы готовы помогать, понять эту патологию, оказывать максимально возможную помощь при одном условии. С нами абсолютно честны, абсолютно доверительные отношения. И если что-то зароется в голове, закопошится из патологии, тут же мы должны быть поставлены в известность. А по цене что? У каждого расстройства своя стоимость. Стоимость лечения в Фениксе зависит от тяжести болезни, от длительности самой болезни, от тяжести состояния. То есть чем тяжелее состояние, тем дороже? Конечно. Это более частые исследования надо делать, контролировать, анализы крови, консультации проводить. А сколько обошлось лечение по деньгам? 250 тысяч рублей. Это скидка мне была сделана. Мне пришлось продать квартиру, но это не важно. А само лечение 330 тогда стоило, мне 250. Еще благотворительные фонды помогали. Ну, для многих это является сдерживающим фактором все-таки деньги. Практически все серийные преступники, потенциальные, проявляющие жестокость, которые отсидели, мы их вели бесплатно. Понимая, что а кто будет ими заниматься, кроме нас. Но сейчас такой возможности нет. Лекарства очень дорогие. Капельницы тоже, поэтому время, психотерапия – это многолетняя работа. Маньяки, которые попадают в тюрьмы, фактически они обречены. Они не обречены. Они оказываются без надлежащей помощи психолого-психиатрической. Это самое важное. Тем самым, даже отбывая наказание, их состояние не профилактируется. Ну, единственное, может быть, если их убьют, то, может быть, на этом закончится. Либо они сами покончат жизнь самоубийством. Либо с ними что-то произойдет, что-то тяжелое, соматическое, инсульт, инфаркт, разовьется, не дай бог, слабоумие, и процесс сойдет на нет. А если ничего не разовьется, и он выйдет? Это может все продолжиться. Романа Емельянцева. Помните? Дружбы ни с кем он не вел. Угу. Такой вот, ну, здрасте, здрасте. Вежливый, как... Ну, никто не мог подумать. Когда увидели по телевизору, показали это делать, тут все же вышли с таким осуждением. Как мог? Рома, что-то такое? С какой формулировкой к вам обратилась мама Романа Емельянцева? Жестокостью в отношении животных. А там у Ромы было уже тогда видно, что это потенциал в развитии, ну, скажем, возможного серийного преступника. А видно это по каким признакам? Это определенная система воспитания. Мать уделяла большое внимание воспитанию ребенка. А отец тогда выпадал полностью из воспитательной среды. Но мама была такая, она любящая, но сильно доминирующая. Он имел определенные черты характера, которые не позволяли ему устанавливать гармоничные отношения со сверстником. У него накапливалось психоэмоциональное напряжение, его надо было где-то сбрасывать. Симпатичный, обаятельный парень, улыбчивый, приветливый, доброжелательный. Никогда никто не подумает, что этот человек может что-то мыслить, думать, желать что-то крайне жестокого. Был какой-то страх, что она все-таки, хоть она и умерла, но она все-таки живая. Был страх, что, допустим, она сейчас, допустим, раскопаешь, да, гроб там вскроешь, она сейчас, допустим, руку там вытащит там, или как-то встанет. У него были эти походы на кладбище просто как
фактор такого регулярного поведения на тот период, когда он к нам приехал. Терапия была успешной? На том этапе – да. Когда и почему он прекратил приезжать в центр? Они были материально не очень состоятельной семьей, пытались экономить, видимо, даже просто на поездках. Феникс там многие лекарства мог там какое-то время оплачивать. Работа врачей была бесплатная. Потом, наверное, было ощущение, что вроде уже стало получше, и можно как бы прекратить терапию, как бы немножко пропала бдительность. И вот постепенно все это сошло на нет. К вам пришел человек, который по всем своим показателям реально такой потенциальный маньяк, и вы в какой-то момент его теряете из виду. Человек перестал выходить на связь, и мы же не можем поехать в другой город, и давай мы тебя будем лечить. То есть он просто выпадает из этого процесса. После окончания института в жизни Романа Емельянцева начались трудности. Найти работу мечты оказалось сложнее, чем он предполагал. Да и отношения с девушкой разладились. За 3 года Емельянцев совершил 3 убийства. Его жертвами стали бездомная женщина и 2 мальчика, 5 и 7 лет. Вскоре после 3-го убийства Емельянцева задержали. Он сразу во всем признался и получил 15 лет строгого режима. В 2020 году Емельянцев вышел из тюрьмы. Это большой урок, конечно, и понимание того, что, к сожалению, расслабляться нельзя. Надо все время поддерживать, взаимодействовать со специалистами. Как Александр Олимпович относился к этому случаю, к этому пациенту, как к своему провалу? Он не относился как к провалу. Конечно, переживал, он нервничал, но прекрасно понимал, что те годы, которые Роман был под нашим наблюдением, они были благополучны. Вы, наверное, видели тоже интервью Романа, где он сказал, что если я выйду, Чикатило покажется всем ребенком. Я так понимаю, что он вышел, и к нам он не приходил. Если бы он пришел и попросил бы помощи, безусловно, мы бы ему не отказали и продолжали бы с ним работать. Но он к нам не обращался. Я не знаю, что с ним. Надеюсь, что то, что он говорил на камеру, это не реализуется. Он не глупый человек. Почему тюменского маньяка до сих пор не нашли? Нет специального алгоритма раскрытия таких преступлений. Вот это самая проблема всей России. Нет людей, которые бы на этом съели собаку, которые знают о маньяках все от и до, и которые готовы в любое время подняться и улететь в любую точку страны, раскрывать данные преступления. Мы можем долго и упорно друг на друга кивать, пенять. Мы имеем то, что имеем. Имеем нераскрытую ту серию, имеем новые преступления. Это все. Здесь должен человек, сотрудник, следователь, он должен захотеть. То есть если он захочет, но система не даст ему. Потому что он будет заниматься чем угодно, но не этим. В каком-то смысле вмешивается и политика правоохранительных органов. Очень не хотят, чтобы были маньяки. Это нездоровый ажиотаж возникает. Начинается давление на оперативные следственные органы. Давайте быстрее ищите, чтобы завтра был и так далее. Никто не хочет внимания привлекать. Как правило. Есть люди, которые идут против системы, но позиция системы такова, что найдем, тогда решим, маньяк или нет. Стали ли люди более профессиональными? Стали ли они использовать больше каких-то современных средств? Техники стало больше, это я могу сразу сказать. Но камер в городе все равно больше не стало. Нет. Если мы пройдемся по старым здесь домам, то здесь камер-то мы не найдем нигде. В центре города на одной площади находится 15 камер, здесь находится 1 камера на весь район. И там площадь, допустим, там 1000 квадратных метров, здесь 15 000 квадратных метров. Но это несопоставимо. Подход к поиску детей в России еще не налажен. Как со стороны органов, так со стороны волонтеров. Его надо дорабатывать. Не знаю, надо ли кому-то это сегодня. И что тогда не было организовано взаимодействие сотрудников полиции и волонтерского движения, что сейчас
то же самое. Вот волонтеры, они готовы сотрудничать с милицией, но они хотели бы хотя бы получать минимальную информацию, направление, где им искать. А по факту получается, что волонтеры, они сами себе предоставлены. А почему полиция не делится информацией? Полиция, наверное, решает, что она своими силами справится. Ну, основная проблема – амбиции. Чьи? Всех участников этого процесса. Я не хочу кидать камень в сторону руководителя следственной группы, но я очень надеюсь, что нам просто ничего не рассказывают, и у них что-то есть. Вполне в это верю. Вот. Если все-таки у них нет, это дети пропадают. Я бы не стал бы смотреть названия на какие-то там амбиции, там хочу, там не хочу. Я бы стал привлекать всех. Допустим, к этому делу я бы тоже привлек профайлеров. Почему-то в Штатах это считается нормальной практикой. Обращались ли к вам из Тюмени в 2021 году? Нет. Ну, а можно сказать, что серийные маньяки в том числе появляются из-за той самой недобросовестности сотрудников? Безусловно, безусловно, да. Повезло один раз, повезло второй раз, повезло третий раз, и он уже во вкус ходит и начинает продолжать, пока не будет изобличен. Есть ли какая-то, как вам кажется, возможная профилактика маньяков? Конечно. Какая? Ну, начиная от анонимной сексологической помощи по общению на конференциях с врачами, значит, это приносит очень большие плоды, потому что они говорят, вы не подозреваете, сколько латентных педофилов мы ловим на взлете. И проводим медикаментозное, психиатрическое лечение. И они успокаиваются, мы находим ключик, открываем дверку, и дальше все нормально. Они периодически обращаются с частотой, ну, каждый месяц. Каждый месяц? Раз в два, в три месяца. Это не редкость, скажем. Раньше обращались в 90-е годы больше. Во-первых, потому что больше выступал Александр Олимпич. Говорил о том, что мы их лечим. Был тренд такой, да, много об этом говорили, и люди там начинали у себя находить какие-то схожие вещи. Это я маньяк. Сейчас об этом пишут меньше, говорят меньше. Проблем у людей значительно больше, чем маньяки. Когда я выступала вот в телешоу и заявляла, что этих людей надо лечить, некоторые даже предлагали меня застрелить. Почему? Примитивный взгляд на психиатрию, на психические расстройства, потому что есть большая озлобленность на людей, которые совершают жестокие действия. И считают часть людей, что их надо уничтожать. Первое, что мы можем сделать, это убрать стигматизацию. Да, мы не будем на таких людей навешивать ярлык, а отнесемся к этому как к болезни. Да, этот человек нуждается в лечении, да, он нуждается в реабилитации, да, он может быть социально опасным, если его не лечить. Большая часть всех преступников, которые вот стали такими вот кровожадными, они сами в детстве подвергались жестокому обращению. То есть общество получает, ну, может быть, это так жестко звучит, на самом деле оно получает в ответ то, что, то отношение, которое было продемонстрировано в отношении этого персоналия. Эпикриминологи говорят, что, конечно, уровень преступности снижается при повышении уровня жизни в целом. Понятно, что в маргинальных семьях, в маргинальных условиях уровень насилия гораздо выше, чем в культурных, воспитанных семьях у нормальных людей. Любите своих детей, сохраняйте с ними эмоциональный контакт, не относитесь пренебрежительно к эмоциональной жизни, не упускайте из внимания людей не очень эмоционально компетентных уже во взрослом состоянии. Будьте настороже, если вы видите какое-то жестокое обращение ребенка в детстве с животными. А как вы вообще объясняете интерес людей к этой теме маньяков? Почему это так всех интригует? Ну, во-первых, есть группа людей, которые этим интересуются, потому что они имеют те же проблемы. Интерес к друг другу, он подогревает влечение к патологическому влечению. Когда у меня было обострение, я очень много читала. Я знала всех убийц и лидеров, и заграничных, и русских.
когда он родился, когда он там был, посадили. То есть я знала их биографию полностью. Люди нуждаются в переживании сильных эмоций. Особенно те, которые в обычной жизни их не испытывают. Мне кажется, этот интерес неистребим. Это всегда будет сенсация. У нас вырос уровень толерантности по отношению именно к маньякам. К тому, что это связано, безусловно, с художественными произведениями, которые мы видим на экране. И вот эти художественные произведения дают нам, наверное, какой-то месседж о том, что в этом нет ничего сверхъестественного, ничего ужасного. Вот они живут среди нас, это даже интересно, и это вызывает интерес публики. Возьмем там, предположим, последний фильм, да? Ларс фон Триер, дом, который построил Джек. Там серийный маньяк изображен богоборцем. Это такая романтическая фигура, которая как скала противоречит всему социуму. На самом деле, по большей части, это скучнейшие, самоунижающиеся люди, не любящие даже себя. Никакой романтики.